И ты предатель. Лучше предатель, чем шавка Одина. Иди. Это битва моя. Я помогу. Знаю. Но ты нужна в другом месте. Кстати, он прав. Шкварка там, кажется, неважно себя чувствует. Я знаю, ты этого не хотел. Но мы знаем, что будет. Увидимся. О, мы оба знаем, это не так. Но ничего, фрик. Когда я закончу здесь, я приду за тобой и твоим братцем. Ясно? Ну, начинай. Сколько ярости! Сколько злости! Ответы, Библию! Угощаю! Репутация? Я думал, хоть немного разомнусь. На! Тебе было мало? Что дальше, брат? Вся надежда теперь на копье. О, нет! Ты что, всецело полагался на эту палку? Эй, осторожно! Наручи же новые! Я тебя убью! Умора! Потомок асов, павший от трости старого... Ты правда меня ударил? Не спеши! Даже не помню, когда в последний раз меня кто-то бил! Подмоги можешь не ждать! Королева Амеллы сбежал! Остались мы с тобой, да голова предателя! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
полегче. Не могу понять, удивился я или разозлился? Я забыл, что боль — это не так уж страшно. Ха-ха, вот она, броня достойная бога. И ты считаешь, что смог бы разрушить Асгард? Серьезно? Не спеши! Когда я в последний раз брал этот меч в руки? Подмоги можешь не ждать! Королева Амелы сбежал! Останься мы с тобой, да голова предателя! Давай!
раскрылся! Не спеши! Что это взбрело в твою пустую голову? О, нет. Неужто ты пощадишь меня из жалости? Отступись и будешь жить. Так все дело в твоем мальце. Ну, теперь я точно выпущу ему кишки. Последний раз предупреждаю. Предупреждением тут не отделаешься. Ты думаешь, я тебя просто отпущу? Нет. У нас так не принято. Ты не будешь вершить мою судьбу! Тебе конец, солнышко! Ты не знаешь, с кем связался! Прекращай! Ты разве не знаешь, кто я? Я Страж Асов! Я Вестник Рагнарёка! Я найду твоего мелкого ублюдка и превращу его лицо в кровавую кашу! В живых останется только один. И точно будешь не ты! Эй, полегче! Меня бесить!
Хочешь быть? Кратос, это... Не знаю, мы ломаем судьбу. Или она нас.
Помощь. Ну, хотя бы спасение идет по плану. Ugh!
мы не... Какой здоровый! Oh!
попробую. Нет, сиди! Мы что-нибудь придумаем! Отлично, пойдем. Надо идти. Кратос, надо спешить! Я его понесу. Ты что? А, я сам смогу. Не сможешь. Ау! Полегче! Сюда! За мной! Эй! Нас догоняют! А, нет. Ладно, ладно. Осталось чуть-чуть, да? Лучники! А вы серьезно? Ладно. Привет, я Андрей. Ты в порядке? Привет. Нет. Ты держись. Ну что ж, мы уже рядом, да? Браво! Не останавливайся, мы почти улетели! Ай, какое счастье! Меня сейчас тошнит. Где лодка? Брось это в реку. Скорее, надолго их не задержать. Ого! Ну точно! Скип Лайнер! Лодка Фрейра! Они вернутся, уходим! Видели бы вы свои лица. Расслабьтесь. Летит? Мы летим! Я знал, что так будет. Thank you.
У нас гости! Там еще один! Все шло уж слишком хорошо. Помогите! В них не попасть! Берегись! Не могу прицелиться! От Альдри Дойер. Домр Унгаун. Хилдер! Нет! За Ванахейм! Проклятье, Биргер. А, да брось. Биргеру это нипочем, уверяю тебя. Думаешь, он пережил такое? Он уже, небось, ногти чистит перьями этой зверюги. Вот видишь. Он... Надеюсь, так и есть. Мы почти на месте, Ингви. Продержись еще немножко. Мне кажется, у меня нет выбора. Тряпки и кипяток. Краснокорень и... И сердечник. Знаю, знаю, что я никогда ран не штопала. О, только не переживай. Я не копалась в твоих вещах, пока тебя там пытали. Чтоб тебя, Лунда! Легче! Я-то чем провинилась? Это же не я пырнула тебя, как свинью. Без обид. Фрея, давай ты ей поможешь. А лучше сама все сделаешь. Потерпи. Остановим кровь, и я отведу тебя в дом Синдри. Все мои травы там. А мы будем защищать этот мир. Вчетвером. Ванахейм в надежных руках. Тогда перо ему Синдри. Знать бы, где это. Твоя лодка. Нет. Твоя. Да, да, забирай. Пари в небесах и грейся на солнце. Загореть тебе не помешает. Уважь бога Ванов! Он отдал тебе лодку? Здорово. Он не оставил мне выбора. Он сделал это, потому что так было нужно. В пророчестве Кьялархорн, вестник Рагнарёка. Что бы это ни значило. Я читал о нем в книгах Одина. Там сказано... Постой, Атрей. Обсудим наедине.
Мне жаль, Люби. Бергер нашел меня в джунглях, раненого, когда я пытался найти дорогу обратно. Приглядывал за мной, пока я спал. А я не поблагодарил даже. Хочешь поблагодарить? Больше никогда не попадайся. Обещаешь? Да, милая. Итак, что нам теперь делать? Затаиться. Отгоревать. Перевести дух. И потом продолжить бой. Мы нашли дневник консула. Спасибо, Кратос. Как раз на это мы и надеялись. Консул рискнул всем, чтобы понять ошибки нашего прошлого. Эти уроки не пропадут в Туне. Спасибо, Кратос. Мы и все эльфы этого не забудем. И они тоже обязаны помнить, сколько крови на их руках. Есть путь, ведущий нас к примирению. Никто не говорил, что будет просто. Хеймдаль мертв. Главное. Правда? Слушайте, я в судьбе не разбираюсь, но Хеймдаль — это мерзкая, вонючая дрянь высшего уровня. Если он хотел причинить зло твоему пареньку, то так ему и надо. Норны, в общем, так не считали. Мнение этих трех старых кошелок для меня, что козий пердеж в ураган. Дело сделано. Чего теперь ныть? Ну что, надеюсь, у вас с отпрыском не появилось никаких новых дырок? Мы целы. О, дорогуша, ты за него не беспокойся. Я его осмотрела сразу же, как подлатала, как следует, Фрейра. Правда, что ли?
А что, парнишки? Это как понимать? Хелька что-то учуяла. Надо бы глянуть. Может, пойдем за ней? Следы. Это Хельки. Куда ты нас ведешь? Итак, чем хочешь заняться? Мы же не обязаны сразу возвращаться домой. Смотри, следы гончей с выдающимся обонянием. Похоже, мы на верном пути. Хелька, это мы! Ну, надо идти за ней. Отпечатки лап. Хвостатая отлично идет по следу. Хелька была и тут. Надо сказать, у нее нюх на добычу не хуже твоего, брат. Ее нюх лучше. Глаза могут врать, а нос нет. Ты, небось, хотел бы уметь иногда обращаться в зверя? Нет. И опять убежала. Thank you.
Мы идем по следу Хельки. Перешла на ту сторону, но ночью мы не можем пойти за ней. Далеко. Сигнал, это Биргер. Она хочет, чтобы мы его спасли. Хелька, можешь идти. Дальше мы сами. Он мог выжить, упав с такой высоты. Может, магия. Поинтересуемся, когда вытащим его из этой ситуации. Отсюда мы легко сможем найти Биргера. Почему все так боятся этого места? Кстати, об этом. Дракон! Атрей! Я в порядке, а ты? Похоже, он зол. Что бы это значило? Что мы идем куда надо? А где это мы? Похоже, это развалины некогда богатого поселения вагов. Что произошло? Даже не знаю. Тем более стоит выяснить. Биргер жив! Ненадолго, если дракон до него доберется. Не доберется.
Вы тоже это видите? Молния. Только она замерзла? Как во время моей битвы с Тором. Но откуда такая же молния взялась в Ванахейме?